Огнеборцы напоминают дачникам, что при разведении костров должны соблюдаться меры безопасности. Осень – время, когда дачники наводят порядок на своих участках. Нужно очистить территорию от сухой листвы и веток. Зачастую все собранное сжигают. Главное при этом не забывать соблюдать меры безопасности. Рядом с ямой должен быть металлический лист, которым можно накрыть огонь и перекрыть доступ кислорода. Держать поблизости средства пожаротушения – воду, лопату, песок или огнетушитель. Не оставляйте огонь без присмотра. В случае непредвиденных ситуаций звоните в службу спасения по номеру телефона 112.